Программа «Реноме». В гостях у ведущей Нины Метлиной директор мебельного салона «Мариелена» Марина Капанская. Для меня красота – это жизнь в согласии с самим собой. Это любовь к ближнему, хорошее отношение людей к тебе, естественно. Я надеюсь на взаимность. Поэтому жизнь в гармонии с собой и в гармонии с окружающими тогда уже – это и есть понятие красота. Смотрите на телеканале «Апрель Медиа».